Дамы и господа, продолжаем. Прямое включение из психбольницы. Где-то номер там. 8. Мурин, номер что 8, где-то там Сергей. Сразу. Номер 8, говори правду. Ну, поехали, смерть. Кирпичи. Да. Кирпичи, заводы. Дай хоть нам шнурок, чтобы вы слышали. Не надо, не надо. Ты просто скажи, смотри на них. Стоп. Всё. Дайте вспомнить, где мы. А, вот, мы спустились в подвал. Вот через эту щель мы сюда прощелились. Да все когда-то через щель прощелились. Билл Геох, мы старые Витины друзья. Я лично с ним еще в школе был. Вел дело. А я нет. Да, ты слишком большой для этого был. Кто там? Кто там? Зашибу. Печат мне. Ай. О, блин! Это моя рука! Да вы чё? Горец, молодец. Лучше комментатор получаешься. Дайте микрофон, Горц. Для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель. А где центральный? Вот это центральный выключатель, да? Так. Да, без звука картинка выглядит как картинка. Поэтому я и хотел через колонки все запустить. Ай, Коля, не издирай с меня наушники. Да он ни хрена не слышит. Слушай, а в чат выходит звук из твоей игры? Конечно, выходит. Ооо! Обделенный. Блин. Реально. Ближе всех, так сказать, пульт управления, а? Так. Ой. Ой! Ой! Мама! Сейчас, кажется, Витю будут немного. Но это не мы. Прячемся! Не дышите! Мы через раз. Мистер Лаванус будет, конечно. Тут. А! Кто это было? Глюк. Не глюк, смотри. А, слушай, да это обычный. Да мы его увидели. Да, слушай, да. Ой-ой-ой. Бежим, мать вашу! Куда бежать? Спасите, помогите, убиваю! Да хорош так орать ты, господи. Куда я бегу? Просто. Коля, куда я бегу? Нет, тупик! Нет! Нет! Убивают меня! Блин! Витя, а куда? Я от него убегаю! Погоди, погоди, куда я бежу? Я отсюда бежал! Нет, еще одна маленькая! Нет! Да жесть, уйди от меня! Ты не трогай ты его! Ой-ой-ой! Кажется, я умираю, да? Не тепли, тряпка. Эй, мол. Время правильно. Я бы сыграл бы. Вот лучше, чем ты бы в этом. Ну ладно, с того же места начинаем. Ты запомнишь, что нельзя делать в этой игре? Я понял. Ты писаешь? Нет, нельзя в правую дверь заходить. Можно, только... Осторожно. Ну, чтобы он вперед прошел, камеру выключай просто. Я куда вообще бежал, я не понял. Вот, бежал, бежал. В порядке. Витя, соберись, тряпка. Но будь мужиком. Я ненавижу, когда темно, понимаешь? Я тоже. Ну здесь-то светло. Ох уж эти квомбли. Феникс, вот мы тоже тут боимся больше Вити, чем картинки на экране. Да, Трейв советует, говорит, там ящики были, надо было в них прятаться. Ящики? Да. Так, закрыто. Витя, как включишь первый генератор в этой же комнате, под кровать спрячься. Можно под кровать прятаться? Не знаю, сейчас посмотрим. Сначала вот спрячься, а потом включай генератор. А вот под кровать. А как под нее прятаться? Давай попробуем. А, во как можно сделать, смотри. Опа. Хоп. Я под кроватью. Ну, понял. Хан Бекет, он же тогда будет раза три еще помирать в этой игре сейчас. Я тогда сейчас спрячусь навеки. Вечные. Нельзя навеки прятаться. Будет скучно.
Ждем мужика? Ага. Он нас сейчас обманет, боится. Он сейчас матрасы скинет с кровати и нас топором по спине зарубит. Ну, а где мужик? Знаю. О, я слышу, топает. А, мужик. Врубай, хеллоу, мы хотим давай, убить. Давай, давай, давай. Ноги. Пошел, смотри. Так. Ну, мужик, нельзя золить. Он сильный. Ну, если он нагнется. Ой-ой-ой. Нет, тут нифига говорит. А тебе пришел? А то на нем. Да, я в курсе. Да, мы уже ему спели славу. Так, и он ушел. Все, можно выползать или лучше посидеть еще. Я не знаю просто. Давай проверим, выползать. В конце концов, кто не пробует, тот... В принципе, нас просто убьют, да? Ну, самое плохое, что может случиться. Все, он ушел. Ты в следующую комнату сходи. Блин, он опять меня нашел! Он тебя не видел. Под кровать прячься, видишь? Да где кровать-то? В комнате. А где комната? Вот эту. Вот давай. Под кровать. Так. Ну. Жесть, блин. Страшно? Блин, конечно страшно! Он все врет! Ну как выруби камень. А, слушай, ну а он тоже не должен быть. Он в ту дверь стучится. Ходи по дальности. А, он там, видите, наверняка. Бежим! Попал, Витя! Он меня нашел! Бегу! Бегу! Ну? А здесь кровати нету? Кровати нету! Ходи! Нет! Бежи! Куда бежать, мужик? Нет! Опять мужик. Гадство! Ханбекет, мы даже не пробовали шуметь, смотритель, достался как-то. Жесть. Слушай, реально страшно. Ты-то сидишь там без звуков хотя бы. Я тут вообще. Я поэтому еще и не поперхнулся. Беги, Витя, беги, да. Двери закрывай за собой. Шумахер, там двери бесполезно закрывать, он их проламывает. Хотя за это время можно спрятаться. Блин, так, значит. Первый я прячусь под кровать. Дожидаешься, пока чувак уходит. Обходишь по большому радиусу. А он потом в первую комнату, наверное, возвращается, да? Да, ты в это время во вторую. Но из второй надо тут же делать ноги, потому что он... Там негде спрятаться совершенно. Да. А он там нас не встретит? Ну, посмотрим. Ну, то есть главное и обратно убегать тоже по большому радиусу, пока он... А! Слушай, можно закрыть... Ты зашел во вторую комнату, дверь закрываешь, потом дергаешь рубильник и прячешься сбоку от двери. Он заходит в комнату спокойно и за спиной у него выбегает. Я выскакиваю, включаю рубильник вот этот, а потом куда? Сейчас Ты сейчас... А этот рубильник ты когда должен? Я должен сначала первые два включить, а потом этот, да? Ну все, тогда нормально. Значит, первая комната, рубильник, кровать. Рубильник, кровать. Кровать! Батарейки экономим. Ты слышал? А он, да, выключается? Нет, он просто приходит смотреть. Нет. Пука немножечко устал. Во второй комнате есть шкафы, мне говорят. Делавр. Я лиса своего не вижу, мне просто интересно наблюдать. А, точно, в втором комнате шкафчик есть, слушай. Давайте пару ты и опять прям. Кстати, это тело зовут Три. Мисс Хан, какое тело? Которое под кроватью прячется или которое... Нет, видимо, то, что за мной ходит. А. Давай, по большому радио.
поскольку редкий гость. Твою мать, он здесь взялся! Бегите! Он, походу, нас не заметил, потому что музыка не изменилась. Вон выходит, я видел силуэт. После аутласта будет вторая бутылка кофе. Во-во-во, опять сюда пришел. Видишь, репу чешет. Здесь тема, значит, думаю. За пятку его сейчас раз. Ага, а у тебя потом дубинка. Раз. Видишь, там гвозди нет. Ну, как же он? Ой. Так. А, он по кругу пошел. Все, пускай обойдет подальше. Блин, я его спалил. Чуть-чуть его запалил. Сейчас он опять сюда придет. Во-во-во, ноги, ноги. Блин, тебе в наушниках слышно что-то, наверное. А дополнение, Влад, нам бы это пройти. Ну, опять пальцы. Вот. Mm-hmm. Хватай, ломай ему мизинец. Там как? Дай мне не спать дракона в джинсах. Она реально в джинсах. В четвертом сезоне. Смотри. Логово Вити под кроватью. Возвращайся, пожалуйста. Коля, молчать. Да мне страшно. Так, их шкафчик потом. Шкафчик, шкафчик. Оп. Оп. Слышно что-нибудь, нет? Да, вот так. Включите свет. О, он пришел. И? Теперь непонятно, как он дальше пойдет. Ой, куда ты пошел? Подожди, потому что он дверь не открыл. А ведь он открывал дверь какую-то. Так, когда он видел, что мы там. Ой, сейчас откроет. Нет. Так, а теперь вопрос. Как понять, что он... Теперь в шкафу. Да. Спасибо, Кэм. Ну давай, пошли. Все, он... Думаешь, можно уже? Думаю, пора. Погнали. Лена, курва, тебе нужно теперь туда, да? Он сейчас будет народ. Да. Валим отсюда пока. Я оглядываюсь, ты не помню, да? Только еще нужно. Вот ты сюда и бежал. Нет, я сюда пришел. Выдохнули. Так, я какой-то бензонасос еще. Погоди. Что мне надо сделать? Не понятно. Метки и документы. И вот, кстати, генератор в подвале. Так, где он, я что-то не понял. Может, там же еще третья комната есть. Мы в нее не заходили. А, она сначала закрыта, он, наверное, из нее вылазит сначала, да? Какая разница, что он с ней делает? Ладно, мы не в чате. Пошли поспать! Твою жизнь! Твою мать! Свет, что ты делаешь? Кровать! Какую кровать нахрен? Какую найдешь? Куда бежать? Налево. Налево и под кровать. Где кровать? Куда я попал? А, все, кажется, я сейчас здесь сдохну где-нибудь. Под кровать. Давай. Оп. Значит, марка. Не знаю. А что он тут делает вообще? Что он к началу-то пришел вообще? Почуял. А где этот генератор долго? И опять. А он что, теперь здесь он будет? Я ходить? Не знаю. Не кричи так больше. Нина Рич, легко говорить.
Куда он ушел? Я он ушел или нет? А у тебя уши мини. Я не слышу шагов. Я проверим. Выгляни сначала, то. Ректор Крум. Так, а здесь куда прятать? Кавчик. Сначала спрячься, а потом. Потом пора прятаться. Не слышно ничего. На пока. Ходят в тех местах, где вас видят. Возможно. Я что-то очкую комментарий. Да, валидер, ну блин, ты такой не один. Стоп. Кто-то идет. Женщина, конечно. Голый. Запустите генератор. Так, я включил рубильник. Пропустил батарейку, написано. Хорошо, ладно, я вроде рубильник дернул, а почему генератор не занял? Ракетор советует одеть наушники с 3D-эффектом и сесть на унитаз. Ну, по-моему, он нас игнорирует. А нет, мистер Crazy Twins рекомендует сидеть. Опа! Мистер Crazy Twins, ты прав. Как ты говоришь, вся игра под кроватью проходит. Ой-ой-ой. Муринус, отлично. Видите кирпичи. Бэтмен, я не хочу его. Пошел он. Он-то отошел. Я включил генератор или нет, я не понял. А, вот, теперь кнопку на красном табле. Это. Подождите, красное табло, это которое мы на старте, да, зашли, вот там, который я пытался жмакнуть. Впереди главному рубильнику. Добрик, ну мы ж там были. Вернее, мы сейчас здесь или нет? Который там в начале, понятно. Вот, в котором Серёж, я пытался включить. В главном зале включить свет и валить из подвала на всех парах. А где главный зал-то? Это там. Это вот там, где он там. Где комната как раз. О. Спасибо за подсказку насчет батареи. Все, спасибо, поняли. Блин, максимум. Ну, я вспомнил тебя реальный прихлоп. Нет, шкаф. Где он? Где он? Вот он. Он ломит свой? Да. Блин, а че он там стоял? Ты меня ждал. Да он везде ходит, где мы ходили. А он сейчас откроет? Искусственный интеллект. Кого, дверь-то? Он должен проломить людей эту дверь. Открой соседний шкаф. Кобейка, мы все поняли. Стой. Он соседний шкафчик. Да ладно. А как мне с ним тогда быть-то, если он там на выходе стоит? Рома, почему бы и не попить чаю в среду вечером? Нашел, нет? Да, ну вперёд. Нет, блин. Он не ушел. Блин, а двери-то нету, Витя! Бегу! А как он так-то? Блин, его знает, как он так, но... Заметил, а как мне теперь с ним быть-то, если он постоянно ходит здесь? Да пробегай его быстро, включай рубильник и на выход. Там он не достанет. Есть... Не знаю. Бегом, что ли, бегать? Жесть! Нет, подавший, это друг Вити. Влад, кирпичи. Блин, у меня руки трясутся, жесть. А, вот. Выбегаешь, ждешь его выхода, идешь обратно. Выбегаешь его выхода? Ждешь его выхода. Куда выхода? Куда он выйдет? Не трать, кажется, он так и будет.
был. Нет! А-а-а, начинается движение! Давай, стреляй, рубильник, бежим! Врубай, рубильник, врубай! Бегу, 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 где он? Вот здесь, налево. Врубай. Врубаю. На! Бегом! А-а-а, нет, мужик, пусти меня, я хочу жить! Верни здесь печатку, я не знаю где. Под кровать, короче, видишь? А, я бегу, 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 круговым, вон туда, вон туда, вон туда, вон туда. Там нельзя, там, там. Так, 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 я отсюда. Так, наверх? Нет, я не здесь был. Нет, я здесь был! Мужик! Я тут здесь был! Да где я тут был-то? Уйди, мужик! Как я сюда попал вообще? Бежим! Вот так. Нет! Кровать? Не знаю. Нет. Нет, я здесь? Нет. Нет, все. Кровать! 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 Куда я прибежал вообще? Я запутался! Потому что нельзя, там, хотя ладно, в наушниках тебе можно. Ага. О. Где я вообще нахожусь? Хрен его знает. Питерская станция под кроватью. Горец! Давай к нам сюда, короче говоря. Да, дыра в стене, точно, я же через дыру в стене пришел. А где-то дыра? Там ухляется, смотри. Правильно ты бежал. Мистер Крейзи, удачи тебе там. Блин, там была дырка. Он опять запалил меня. Там была дырка, говорят. Не знаю, там нужно путь. Бежим, Серега! Давай! Дырку! Какую дырку? Блин! Давай там была! Нет, мужик, пусти меня! Я жить хочу! Где дырка-то, ёшкин кот? Да опять тупик, твою мать, пусти меня, мужик! Куда я бегу? Кровать? Нет, 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 бежим, 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 бежим! Право. Так. Может туда? А где дырка? Ты там был, там ничего хорошего. Что здесь? Мы не откинули смысле. Вот она. Бежим! Сохранение! Мать вашу, я прошел! Блин, жесть! Да. Уа! Что говорят, в игре простая тактика. Либо прячешься по ходу, либо за чем-то, либо бегаешь по кругу. Ух. Всех за иками останется. Я не могу, у меня руки трясутся, блин. У меня реально бы у поджилки был. Есть просто. Ну падлы, как он под кроватью. Не знаю, это страшно. Феникс, какой перерыв, подождите. Астрологи объявили неделю аутласта. Количество объявлений в продаже кирпичной недвижимости увеличилось вдвое. В 10 раз! Блин, я еще звуков не слышу, что там такое творится. А в чате слышно, я так понимаю. Ну, они-то слышат, да. Витя, беги, сейчас толстый придет. Какой толстый? Куда беги? Пусть придет, пусть возьмет меня. Коль, скажи, иди, что поприседал. Кабука, Коля вообще сейчас не идет. Да. Кнопкодев, я не хочу. Так-то. Тут предлагают в качестве перерыва в Prime прогнать. Как раз и Коля сейчас прыгнул. Он тут мужик, который на меня в прошлый раз запрыгнул. Я помню это чудо. Ой. Он что-то встал почему-то. Что-то будет. Я, мать вашу, чувствую, что-то будет. Я, мать вашу, чувствую сейчас. Экстар, я не Коля, я Сергей. Дверь, поднимись. А. Так, мне опять в шкафчик надо будет прятаться. Да? Конечно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Повар прыгнул. Меня укололи. Прости, сын мой, я не хотел так с тобой поступать, но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Николай еще появится. Ты сможешь ли? Ух ты,
А это же эти пришли на выручку. Да. Сейчас им валят. Ого! Что это с ними? А никто не знает. Смотри, их таскает. Оп-оп, поехал. Ведь ты будешь в Prime играть? Я компьютерный стол уже построил, кто-то пишет. Ты в Prime будешь играть еще? Ты уже больше не хочешь? Нет, тут спрашивают, мистер Биг. Мы еще будем сегодня в Prime? Будем один раз. Погодите. Один раз будем, мистер Биг, но примерно минут через 20-30, вот так ориентировочно. Подождите. Люди, сзади стоят свои, иначе бы он тут реальных кирпичей уже понаоткладывал. О, какая классная комната. Пугают Колю вами как раз. Кому? Кого? Вы видите, пугают вами. О, вебка со мной. Смотри-ка, не сперли камеру. Не Бирюлёва явно. Культурный город. Rest in peace, отлично. А, Витя, приседай, тогда тебя не заметят. Или, я так понимаю, ниже вероятность того, что тебя заметят. Кабука, а если даже рядышком чувак проходит, могут не заметить? Видимо, да. Так. Всё, я спрятался под кушетку. Какую-то. Да вылезай уже здесь спокойно. Крестик много. Ты болит. Все свои? Отлично. Рестенпис. Нам обещают веселье. Ой-ой. Подожди. Кровать. И это что было? Просто спокойно. Что, выходить что ли? Ну да. А если меня сейчас там съедят? Я чувствую, меня все-таки съедят. Вообще класс. Учись, студент. Такой постучался, пошел дальше. Замечательно. Кабука, понятно, что отлично. Что кабука? Когда бегаешь, у тебя уровень шума, во-первых, выше. Это я в курсе. Когда приседаешь, тебя сложнее заметить, если он только не совсем рядом. А то есть, а приседе можно ползать? Когда Витя приседает, то уровень шума очень низкий. Да, ну все, то есть ты практически можешь там вокруг него восьмерочку нарисовать, он тебя не заметит. Ты думаешь? А у тебя есть? Где он? Подними, такие нервы. Да это пипец вообще. Так, Витя, ползай спокойно, в ближайшие 5 минут будет спокойно, как говорят. Нам слева в конце будет два голых парня. Пишет нам спойлер 2013. Так, давай, без спойлеров. Если какой-нибудь дверь откроет. А! Блин! Вашу Машу! Это такой звук был! Привет, парень! Хочешь со мной познакомиться? Ой, улыбнись. Снимает камера. Что с людьми делает экологию? Пошли. А если я подойду, он меня съест? Ага. Он меня через окно затянет внутрь, да? Ага. Проверим. Давай, что делать? Нет, я не хочу. Я уже не хочу. Это что такое? Закрой дверь. А вот он съел. Убил? Съел. Горец, ты далеко вообще? От Default City. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. Без нервничает. Я бы его грохнул. Это они меня обсуждают. Я бы тоже, говорит, проповедник просил не трогать его. Ну реально. Это не мора, это идея. Витя, по-моему, надо отсюда валить пока. Витя, посмотри за чуваком внизу, который... А, медиум, мы уже наблюдали. Больной как. Не-не-не, зачем? Я на меня привет. Пошли. Это гомосятина какая-то. Они хотят нас убить медленно. Сейчас здесь не знаю, что будет. Сохранение. Хоть чувак низко. Так, если было сохранение, значит меня сейчас кто-нибудь убьет. Да это вроде нормально. Говорит, выглядишь, как будто призрака увидел, а ты вообще самый нормальный здесь стоишь. Паноптиком какой-то, ей-богу.
Ага. Скорее Кэта. Борец Питер, что ли, или как? Под страну, вернее, не страну, а сторону. Подскажи. Юг, запад, восток, север. Питер. Влад, и тебе спокойной ночи. Питер. Да, блин! Это членство мозг. Смотри, он сейчас чуть дверь откроет. У нас это, в камеры для этих. Подожди, не торопись, изучи. Тут я бы не советовал. Если оно разбито, а нет. Этот чувак меня не прыгнет? Доверяем? Это наука. Не так. Нина Ричи обещает экшен. Нина, ты говоришь сегодня редко, но метко. Я тебе верю. Почему? О, дырка какая-то. Причем человеческий рост. Видимо, кто-то вышел. Какие-то крики, а вот это кто убили где-то. Энзамбит, Дефолт Сити. Она же Москва. Эй, просыпайся. Ты аккуратней. Борис, принято. Ну, сегодня не получится встретиться. Там, понимаешь, позже. Да. Блин! Да ты чё? Моментальное фото. Дёрнул ручку, называется. Так, где там дырка была? Здесь, да? Оп. Так, а вот теперь... А. Витя, встань туда, где этот головой бьется, будет лучше. Твою мать! Ну, это хотя бы в этом самом, обрати внимание. Смирите, ну. Я попал в какой-то притон нарколыт. Витя, экономь батарейки, советует нам Кабуку. Он уже не первый раз хорошие вещи советует. Ну если я все не рассмотрю, я же не пойму сути. Горец, на виртуале, да. Осталось только не чай принять, но не в рамках этого стрима. А как? Какой-нибудь фонарик, может быть, здесь есть? Нет, здесь только на камеру. Под клуб Райма собран, да. Где тут прайм? Ой, Lineage как-то... Чтобы забраться на выступ, видишь? Такая троица на камере, смотри. Много. Да. Ой. Прыгай в яму, говорят. Я только что оттуда. Посмотрел сам экшен, там парень. Ну-ну, некрофигия. Идите по кровавому следу к выходу. Горец, согласен. Ой. Ой, что это? Это... Зинтехшн? Ага. Согласен с Lineage. Давайте мы сами вляпаемся в какую-нибудь интересную... Как насчет прерваться? Мне кажется, на сегодня хватит немного этой игры. Сохранились? Ну да, так что сохранение было. Давайте, братцы, давайте сыграем разочек. Прайм, чтобы немножко расслабиться. Закрепить результат, да. Завтра четверг. Потому что подолгу в эту игру очень тяжело играть. А будет весело. В общем, оставим это так, как мы. Да? Горец, а ты как в этом? What is love, baby don't hurt me. Ну, ладно, батарейка как раз отлежит. Всё, перерыв. Да, ребят, давайте отдохнем.